домашние задания, самостоятельные контрольные работы. Вы все, дорогие ученики, стали на год старше. И теперь наши самые маленькие ученики, не такие уж маленькие, они второклассники. Учебный год закончен. А значит, сегодня прозвучит последний звонок. Впереди летние каникулы. С чем я всех поздравляю. И желаю всем моим ученикам отдохнуть так хорошо, настолько хорошо, чтобы очень-очень захотелось прийти снова в школу и начать все сначала. Но кто-то уже не сможет прийти снова в школу и начать в школе все-все сначала. Да, наш 11 класс. Для вас, дорогие 11-классники, это последний школьный звонок. Как много звонков было за эти 11 лет. Какие они все разные. Был звонок, который торопил, если, конечно, мог вас торопить, в школу, на урок. Были звонки, которые были долгожданными, потому что там был любимый учитель, надо было бежать. Были звонки, которые были совершенно не кстати, потому что вдруг контрольная работа, ее можно было уже закончить вот-вот, и тут уже из учителей говорят, все, собираем. Когда-то этот веселый звонок вас пригласил в первый класс, а сегодня он звенит для вас как прощальный звонок. Вот сюда, на плечи, вот сюда, нож. Его мелодичных переливах остается все. И радость первых побед, и упорная работа над собой, и бессонные ночи ваших родителей, и искренняя любовь ваших учеников, и, конечно же, ваша беззаботное детство. Вы стоите на пороге новой, трудной, но интересной самостоятельной жизни. Перед вами открываются сотни, тысячи дорог. И какую дорогу вы выберете, я, конечно же, не знаю. Но я уверена, что это будет самая счастливая дорога. Ваш молодой задор, энергия, смелость помогут вам справиться с любыми испытаниями. Уважаемые педагоги, спасибо вам еще за один не легкий, не простой, но хороший выпуск. Я благодарна вам за ваш труд. И пусть же семена вот этого разумного, доброго, вечного дадут свои всходы. Всходы благодарные, красивые и крепкие. Сегодня праздник не только для учителей и учеников, но и для родителей и выпускников, потому что именно в семье человек изначально познает себя и себя в этом мире, формируется как личность, определяет для себя ценности, которые станут главными в жизни. Дорогие родители, пусть успехи ваших детей станут наградой за вашу любовь и заботу. А всем я хочу пожелать мира в душе, мира в семье и мира в стране.
года прошел целый учебный год. За это время мы узнали очень много нового и интересного в каждом классе. И вот самыми незабываемыми впечатлениями мы по традиции делимся на последнем звонке. Что же стало незабываемым впечатлением для первого класса? Это подарок для будущих первоклассников. Ученики и первоклассники уже хорошо знают, как многое зависит от самых простых и самых, на первый взгляд, незаметных вещей. Первыми нашими помощниками в уроках математики были обычные, морские, очень красивые камушки. Вы хотели бы поделиться этим достижением с будущими первоклассниками? Вот нам подарок. Мне подарят камушки. Нам расскажет о своих достижениях. И это будет подарок для наших будущих первоклассников. Смотри, подарок для будущих первоклассников. Мы читали, мы писали, учили таблицу умножения и дарим это вам. А что нам расскажет наш третий класс? В этом году мы узнали очень много интересного. Мы приходили к тайне сотворения мира, узнали, как возникает письменность, старинные ремесла, узнали, какие чудесные, необычные строить дома по всему миру. И еще мы учились измерять и взвешивать разные предметы. И вот наши подарки, которые дарим мы вам, надеюсь, помогут вам и будут вам полезны. Удачи вам! Слово четвертому классу. Пятый класс. Вы будете новым, так что держитесь. Будьте крепкими, как эти минералы.
Коротко? Коротко и ясно. Слово седьмого класса. Like it seems, I'm afraid the way drink too far, bro. Единственное, что я хотел сказать, в принципе. Еще раз! Вы что поняли? Слово восьмого класса. Мы просто не знаем, что подарить, и взяли тебе, решили вам дать его. Слово девятому классу. Ну, у нас было право, папа право, у нас много уроков права, у нас конституция, я по праву, все по праву. И ну, вам конституция, ну, вы тоже определяете право, закон будет принять. Ну, хотя бы то, что вы нарушаете. Слово десятому классу. Давай, первый. Дорогой 9 класс, в этом году у вас очень важный год, 5-11, у вас экзамены, все дела, но в 10 классе вы сможете немножко отдохнуть и порисовать, как всегда. Поэтому мы вам дарим вот это, чтобы вы так и посмотрели. Спасибо, слово 11 класса. Мы дарим подарок 10 классу. Что там находится, только люди не знают. И для вас это будет секрет. Когда будете в 11 классе, вы знаете. Как сказала Наталья Николаевна, действительно, для нашего 11 класса этот звонок прощальный. Последний. В нашей школе. Thank you.
Милые мальчишки и девчонки, помните, как вы первый свой звонок? И все время детские глазенки радостью горели. Ну, ура! Милые мальчишки и девчонки, взрослые, но дети иногда. Вы такие тихие, спокойные, уходите со школьного двора. Приветствую наших выпускников! А теперь напутственное слово хотел сказать двое очень важных для этих ребят людей. Их первый учитель Медведева Лариса Ярославовна. Их куратор Сипура Марина Сергеевна. Дорогие ребята. Вы помните, на прошлой неделе пришла Марина Сергеевна к вам и сказала, это ваша заповедная. Ну, пришло сознание, что такие, да, она послушает. Должна признаться, что для меня тоже пришло сознание именно в этот момент, что она послушает. Вчера я достала архив нашего класса, украинские фотографии, записки, рисунки, сочинения. Я нашла фотографию нашего первого спектакля «Спящая красавица», где Юля играла королеву, Матвей короля. Вспомнила вот этот милый фрагмент, когда Юля держит куклу. Матвей говорит, какая она хорошенькая. Матвей так влюбленно смотрит на Юлю и говорит, вся в маму. Я нашла записку из второго класса, когда мы учились писать, очень хотели писать, играли в почту, писали друг другу записки. Записка от Алины. Позвоните мне, пожалуйста, в 7 часов вечера. Третий класс, рисунок, сердечко, внутри Игорь плюс Валерия. И потом Игорь и Котки, мне нужно уже скоро покупать кольцо. Валерия не хочет. Я вспомнила наши походы, наши подъезды, наши один месяц подъезда строится. Фотографии с Олимпиады. Нашла сочинение Матвея «Мальчишки», которое он писал о том, как осуществил, о том, как осуществил сочетание отца. Вспомнила водный поход, после которого Алина сказала, мне в этой жизни уже ничего не страшно. Ну так можно вспоминать долго. И я увидела, что за вот это время, за один свет, поменялось отношение к школе. Сначала это было такое вот идеальное, все нравилось, так было прекрасно, хорошо, тепло, уютно, не хотелось уходить отсюда. И так было до класса 5. Я сразу завязала эту зубы критику, да, и сказала, что ужасно, если учителя цепляются, если уроки бесконечные. И вообще, как хочется, чтобы все это закончилось. Вообще ничего, никто из этих взрослых уже в жизни не понимает. До класса 9. Очень хорошо. И
приходит момент, когда глаза открываются, и ты уже видишь, как это наверное все на самом деле, без всякой идеализации, понимаешь, что есть хорошее и плохое, есть разные люди, разные ситуации. И даже то, что кажется плохим, на самом деле пришло нас чего-то научить. Когда ошибаться и собирать свои мысли. Единственное, что я хочу сказать, я считаю, это самое главное. Мы очень часто осторожно научиться быть собой, никогда не знать, не предавать себя своей цели. Уметь говорить «да», уметь говорить «нет». Вы все знаете, я уверена, что у вас все будет хорошо. А моя любимая послушная вещь, у нас все хорошо, а еще лучше. Ну, много что вспомнить, не все можно детям сказать, потому что 9, 10, 11 класс, много такого, что все впервые, и все очень интересно, и я благодарна судьбе за то, что в 9 классе ко мне пришли семья, Надя, Даша, Алина, Валерия, Юля, Матвей и Игорь. Благодаря этим людям пришла и я, и они. И я желаю вам, чтобы в вашей жизни все складывалось так легко, творчески, любовью, прекрасным настроением, как мы прожили с вами эти 3 года. Я вас очень люблю. Вот у нас уже пришла. Ну, это он не стал. Может, кому-то пришел, но это не надо. Помню, есть телефон. Всем спасибо. Маленький Ну вот и все.
Надо спешить туда, где завтра ждут новые города. Надо спешить, чтобы однажды снова вернуться сюда. Жаль, что мы с вами недолго. Но никогда не забыть нам эти счастливые дни. Ты сохрани мое фото, чтобы потом как-нибудь час, когда вдруг одиноко краешком глаза взгляну. Ну вот и все. Надо спешить звонок предоставляется всем 11-классникам. Заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба ведет себя не как сестра. Но если друга, друга, не уповай на чудо. Иди, мой друг, всегда иди дорогой. Но если друга, друга, не уповай на чудо. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь гони соблазны,
а свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь,